Сирсон убивает Блаймефа. Или нет? Падает один еще. И Кита последний остался против Зипикса. Клатч от Зипикса. Или все-таки стрельба Кита. И это второе, друзья. Кита выживает. А это опорник, к которому все пришли. И тиммейты, и противники. 3 в 5 раунд берут. Да. 3 в 5. Но ты смотришь на карту, вот бомба выходит со спины. Это, и... Храм еще как-то более-менее можно распикать. Так, ну тир для Сирсона тоже подвезли. Это тоже просто... Давайте уже все. Ну где там четвертый, пятый? Дайте, да, дайте еще. Покормите этого пацана. Ну ладно, в Зиге Блеймеф пока не спешит никуда. Тапсон тоже его ждет. Хороший пиксель, пытается прошить. Не было попадания. Это, кстати, странно. Моликом выгоняет Тапсон. АВП Сирсон, возможно, эйс, но надо показать его уже с пистолетом. Не только с АВП этот парень умеет и может сейчас. Хорош, хорош. Сирсон, молодец, такой рабочий, рабочий, качественный эйс. Это Тапсон! Убивает еще и конфига, который выходит с пончика, чтобы убить его. Лаки с АВП нужен здесь. Забирает одного, дальше Лаки, работа против Кита. Павин! На размене, Лаки остался последний, по нему информация, понятное дело, имеется. Он за бортиком под деревом. Там прыжки какие-то. О, два! Воу, ничего себе, Лаки! Убивает еще этап сюда. Один на один остался на себя. Фабина вызвал и убил. Уволил только что. Но наконец-то хотя бы кто-то, кроме Блейма, начинает убивать противника. Так, ну встал. 4. Кэф от париматча сейчас на команду Астралис. 1.22 на BIG. Тут заруба уже на центре. Тапсон справился с 50-м. Поддержка от Кита тоже получена была только что Глейва. Забрали, но потеряли Тапсона. Блеймеф показывается на Зиге, а тем временем открывается второй фронт на точке А. Лаки под себя смоки пытается жить, еще и убивать, получается фавна. Дальше выпад. Сирса набирает его на конфиг. Чешет его спину. Неплохо. 2 на 3. Тизен и Кита. Бомбу все еще не поставили. Тизен погибает. Это была бомба, кстати. И Кита здесь, конечно, немножко загулял. Лаки молодец, конечно. Этот фраг и то, что дал смок под себя, который остановил выход. Вот атаки, конфиг ставит точку, отличный пистолетный раунд от команды Астралис. Через смог будет ли? Нет, ждет пока что. Забирает этого Тапса на размене, один на один остался Лаки против Фабина, тот красный. У него есть смог, но это уже не важно. Лаки пытается найти оппонента, выпад, и тут же плевок с Юспика, это было просто. Это было просто, но этот раунд экономический, в котором довольно много проблем здесь привезли себе Астралис. Ой, Сирсон, ошибка. Неправ, неправ. Говорит Тизен. Тизен доигрывает. Я в тебя верю, ты сможешь. Это Блеймеф идет на верхнюю тэшку. Лаки должен пока повременить с выходом под Б. Он боится тоже врыва через окно, но надо вместе сыграть, ребят. Кстати, Лаки подбирает место Авика. О, все. Все. Молотов спалил Блейма, и у него нет дефузов. Он проиграл уже этот раунд. Подожди, нет, еще пока нет. Но теперь точно. Ну, он мог убить в окне и пойти за дефузами. Ну, там, да, есть, по там... времени, да, очень все тонко было, даже если бы он взял себе эти дефузы после убийства Тизена. Но как же отыграл только что не...